Я хотел еще развеять один стереотип. Часто слышу, что вот в армию идут только те, кто закончил high school, и необразованные люди. И пока мы готовились к передаче, я рассказывал совсем другие примеры. То есть ко мне пришел в офис в прошлом году молодой человек, 37 лет. Вот, он пришел ко мне, когда кто-то приходит... Это куда, на базу Форт Хэмилтон? Но он не совсем. Он пришел к нам в офис на Nostrand Avenue, Avenue Y на Шипсет-Бэй. Это как бы типа станция рекрутирования. Правильно, да, потому что на Форт Хэмилтон находится штаб батальона и прочие заведения, а уже типа ответвление офиса находится в других местах. Совершенно верно. Он ко мне пришел. Когда кто-то ко мне приходит в офис, я спрашиваю удостоверение личности. Имеется в виду грин-карта, либо американский паспорт. Потом я спрашиваю документы об образовании. Вернемся к нашим... Да, пришел человек. Да, да, пришел человек. Он показал мне удостоверение личности и мне предъявил два мастера с дегри, которые он получил в Нью-Йорке. Вот. Я его спросил, почему он хочет идти в армию и какова причина. То есть он великолепно сдал тест, все сделал хорошо. И когда я ему выбирал работу, он сказал, что я хочу идти в пехоту. Я его спросил, ты знаешь, есть работа медицинская, есть работа по суппла, есть еще что-то. Он говорит, я не хочу, я хочу быть пехотинцем. I'd like to blow the stuff up, потому что, говорит, я всю жизнь сидел за компьютером, у меня, говорит, нет ни подруги, ни жены. И, в общем, он был очень unhappy, но сейчас мы с ним до сих пор переписываемся, и он находится в Ираке, и часто спрашивает совета, что дальше делать, ему нравится. Но опять же, армия это не для всех. То есть, если ты куда решил записаться в армию, 100 раз подумай. Это дело очень серьезное, и нам слабаки не нужны. Но если ты слабый к нам придешь, то мы из тебя сделаем сильного слабаки, человека. Слабаки, когда вы говорите слабаки, ментально, вы имеете в виду физически? Но физически физуха это все придет. То есть, человек должен иметь силу воли. Ментально, правильно, да. Физически я шел в армию, я ничего не мог делать. Не отжиматься, не бегать. Я весил 61 килограмм. Вот. Сейчас я вешу 85 килограммов и могу пробежать марафон. Тогда я ничего не мог делать. Вот. И физика это все следующее. Это про вашего друга рассказывали просто как-то. Да, да. Илья Братман, он 1000 ситапс спокойно может сделать. У него. Тысячу раз может отжаться от пола. Ситапс на пресс. На вот. Пресс. Отжимается он всего лишь 200 раз, по-моему. Немного. Всего лишь 200 раз. Да, да, вот. И он пробежал 7 марафонов. Вот как человек, который служил в советской армии, я, как говорится, вы знаете, что я заканчивал военное училище, был офицером в советской армии. Я могу сказать, конечно, что. Американская армия это тоже очень школа большой дисциплины, большого мужества, большой физической нагрузки. Единственное, что здесь жестко поставлена просто какая-то профессиональная армия, занимается только военными делами. Никто не ловит рыбу в озере для командира воинской части. Никто не занимается, скажем так, другими делами. Там типа по хозяйству есть кому заниматься. То есть это все чисто направлено на боевую подготовку на самом деле. На свою профессиональную подготовку. Профессиональную подготовку. Да, потому что есть специальности боевые и не боевые. Всякие есть специальности, которые поддерживают друг друга. И у нас вот русскоязычное телевидение. Хотел бы спросить, когда приходят русскоязычные мигранты записываться в армию, есть какое-то отличие от всех остальных, кто приходит записываться, или похожие истории? Вы знаете, каждый человек индивидуален, но в то же время намечается общая тенденция тоже. Какая? Потому что многие русские, имею в виду русские из Советского Союза, русскоязычные, да. Которые приезжают в Нью-Йорк, например, первые 2-3 или 4 года они пытаются себя найти. Они работают на разных работах, пытаются получить какой-то заработок, хотя бы даже кешем или еще что-то. Это нормально. То есть вот сегодня я заработал $100, но где перспектива? То есть должна быть какая-то перспектива. Может быть, это вам кажется странным, но я прослужил в армии уже 10 лет, и я собираюсь служить еще 10 лет до пенсии. А вот в данном случае, то есть... А вы как, Рафал? Как я служу? Как долго сколько я служу? Еще собираетесь служить? Еще 9 лет. Ну, служу еще 9 лет. Уже почти 18. О, то есть будет 27 получится, да? Значит, ну, 8 из этих лет это в резервных войсках. Значит, я когда учился на университете, я был в резервных войсках. Они считаются до зарплаты, но не считаются до пенсии. Да.